В Чебоксарах с начала года зафиксирован рост цен на белый и черный хлеб, а также на муку. При этом на 28% подешевели яйца. Об этом докладывают городские власти. По поручению главы администрации Алексея Ладыкова в столице Чувашии еженедельно проводит мониторинг цен на социально значимые продукты. Накануне специалисты администрации Московского района Чебоксара ознакомились с ценами на продукты питания на юго-западе города. Основное внимание – стоимости мяса, круп, овощей. Всего в списке проверяющих 40 наименований продуктов. Этот рейд завышенных цен не выявил. Между тем, если предприниматель решит необоснованно поднять цены на социально значимые продукты, его ждут неприятности. Выявление повышения цен на продукцию направляется информация в прокуратуру и УФАС. Далее занимаются органы данными магазинами. Чебоксарцы могут пожаловаться на высокие цены на социально значимые продукты. Для этого в городе работает горячая линия.